Россия готовится войти во Всемирную торговую организацию. Она будет 156-м членом ВТО, объединяющей крупнейшие мировые державы. Уже сегодня эксперты прогнозируют, что для нашей страны, открывающей границы для дешевых импортных товаров, этот процесс не будет легким. Как смягчить последствия вхождения в ВТО для волгоградских товаропроизводителей? Этот вопрос обсуждался на совещании членов регионального правительства с представителями южных и заволжских районов, которое проходило в Волжском. Подготовить местных товаропроизводителей к вхождению в ВТО. Такую задачу поставили перед собой региональные власти. В Волгоградской области сконцентрирована треть промышленного производства Южного федерального округа. Поэтому очень важно сделать местную продукцию конкурентоспособной и адаптированной к мировому рынку, подчеркнул вице-премьер Василий Галушкин. Нам нужно подготовить все наши предприятия, независимо от формы собственности, независимо от их малый, средний бизнес или крупные предприятия, нужно подготовить их для того, для этого есть у нас еще 3 года впереди, в то время, когда будут снижаться пошлины, они будут нулевыми, чтобы они были адаптированы, вернее, их продукция должна быть адаптирована на рынке. Она должна быть, востребована, и она должна быть конкурентоспособная. Вот эта задача, она глобальная, она серьезная, я ее сказал в общем, но это самое главное, что нам нужно сделать на этом этапе. В ближайшее время в регионе будет создана рабочая группа по подготовке бизнес-сообщества к вхождению в ВТО. Такие же структуры появятся и в муниципалитетах.